Со мной. А это кто? Ну это жесткое обращение с животными. Ну я не знаю, это такое. Капец тайминги. Капец, ой, капец, просто шок, бля. Это жизнь, кстати. Сейчас блевану тоба. Как будто она старая выходит замуж. Ой, трешак. Это вообще. Лё, какой сон. Блин, это очень круто. Хочу собаку. Санта, ага. Ля, как зайти? Что-то не заходится. Знаете, это, знаете, чисто когда я захожу в GTA, вот у меня точно так же проходит процесс захода в GTA. Чё у вас тут за эти? Просто минус 4000, сказала спасибо и всё, чувак, а что я должна делать? Жопу показать, не знаю, может, или что? Я очень благодарна человеку и, типа, чел-то делает безвозмездно, как бы. Я никого не принуждаю это делать, поэтому ты вообще такую хуйню высрал. Я бы за это перматч дала, честно. Юрий. Мы видели отсюда с тебя янистый. Фильма не будет сегодня. Завтра. Вы знаете? Прям попсу! Чуваки, знаете, вот это чувство, когда стоишь на воротах, типа, и, короче, вообще страшно прям, вот, типа, ты понимаешь, сейчас вылетит как в тебя, полетит как я! Понимаешь, сейчас как типа, в тебя полетит реально, и будет полная Санта-Барбара. Фига там. Ай, дибери-диги-дай, диги-диги-диги-дай, ай, дигери-диги-дай. Там конь в машине, а корова? Не жалко ее. А прикиньте, так машина проедет или будет столб и корове прям по лицу отдаст. Это же не норма. Она сейчас упадет, наверное. Ой! Бедная собачка. Так мило, боже, я хочу собаку. Это дебилка, а не собака. Жалко парня. Что это? Это же очень трудно. Сейчас порвется там, и она на пищу упадет. Смотрите. Это жесть, просто трэш. Это очень жестко, честно, это вот. Это трэш. А зачем она это сделала? Я не пойму. Сейчас окно разобьется вот тут справа. Видите? Изи. Спасибо, Винчестер. Спасибо, Роза Савик. Чмок тебя, пизду. Спасибо, Вра. Ты кто? Обезьяна?
Smile, Hutto, smile. Жесть, это очень прикольно. Хотите, короче, мини-факт обо мне, чуваки? В детстве, когда мы были в зоопарках, всегда обезьяны как бегали ко мне, короче, и царапали меня и били. Ой, жесть. Больно? Или что? Что он сделал? Укусил ее? Почему он заорал-то? Почему он заорал? Укусила за ухо! Обезьяна укусила за ухо Борю! Ёма! Жесть! Жесть! Я так же боюсь, когда катаюсь. Машин всяких. Жесть, чувак, что-то... Ля, астероиды. Русский мясник, пацаны, русский мясник! Реально, русский мясник. Офигеть, русский мясник чисто полежал, реально. Полежайкин. Офигеть. Это очень трудно, наверное. Extremely low-rise base jump. As an experienced base jumper, I know that normally you wouldn't be able to jump this low because at this height the chute is not going to open. But we packed my bag with explosives and it looks like we're going to be able to explode the chute out and be able to catch me and parachute down. I have my chute packed. I'm ready to jump. Люди, чем вы думаете, когда делаете такой... Офигеть! Ходули подожглись! Ходули! А, это прыгуны. Как называются эти штуки? Пердак горит, пацаны. Это опасно же, да? Очень. Джамперы, вот, да. Ходули! Ходули! Ходули!